Прием, леди и джентльмены, на связи маленький Шеддимен, конечно же, маленькая Леска. Всем привет! И маленький Нубик. Привет, друзья! И добро пожаловать в жизнь детей в Майнкрафте, друзья. Сегодня здесь, в этом ролике, мы прождем весь жизненный цикл. Мы сначала будем маленькими, потом повзрослеем, и в конце мы будем старичками, которые будут еле-еле передвигаться. Но ты, кстати, прямо сейчас не ленись и пиши в комментариях, сколько тебе лет прямо сейчас. Давайте нас введем в комментариях самую настоящую суету, и после этого обязательно не забудь поставить лайк под этим роликом. А те, кто из вас еще до сих пор не подписан на канал, нажимайте на красную кнопку подписаться, делайте то же самое на канале Лески, Нубика, и обязательно не забывайте про канал, на котором я записываю Бравл Старс. Ну что ж, дружище, приятного тебе просмотра! Эй, внучата, вы что там кричите? Давайте спускайтесь, пойдемте кушать. Ой, дедушка зовет. Наконец-то есть так, хочу. Так, все, капец, я еще комп хотел поиграть на самом деле. Я не знаю, да я компик хочу поиграть. Дедушка, пойду. Да что ты зовешь-то? Давай мы еще компьютер поиграем. Не разрешай. Успейте свои компьютеры, я вам там бассейн залил. Давайте кушать, а кто зуб съест, тот купаться пойдет. Я быстро, я первая. Окей, короче, я съедаю суп. Горячий. Сейчас, погодите. Капец, он горячий. Ну, конечно, только что свеженький приготовленный. А, понял. Так, а чё, киндер-сюрпризы какие-нибудь будут, либо еще что-нибудь? Да, вкусняшки. Какие киндер-сюрпризы? Вот когда потом погуляете, потом вам все киндер-сюрпризы и тому подобное уже будет, короче. Так, пиалушки назад поставьте на стол, я их помою. Все, дедушка, мы поставили, короче, все на место. Подождите, я поставлю. Так, чё, купаться идем? Можно уже, да? Всё, мы пошли гулять тогда. Давайте, давайте, не упадите только. А можно так, стойте, выход у нас отсюда. Так, иди возьми, Нубик, реально, пока что игрушка. А я, кстати, первый сегодня добегу до бассейна. Все, вы уже проиграли в любом случае. Все, я уже купаюсь в бассейне. Все, все. Нет, сейчас вода кончится, реально. Она. Будьте в сухом бассейне, короче, купаться. А чё у нас тут этих перил нет, короче? Ну ладно, придется вот так вот. У нас тут лестниц почему-то нет. Еще не до конца собрались. Давай с бортика прыгай. Смотри, как круто, я прыгнула. Я вот, Нубик, ну я как-то залез, смотри, у меня получается как-то делать. Ничего себе ты прыгаешь. Я не знаю. Прыгни на меня, но прыгай. Капец, конечно, я не знаю. Если бы я взрослым был, я бы вообще киндер-сюрпризы бы не ел, на самом деле. Я вот когда повзрослею, я вообще буду киндер-сюрпризы просто тоннами, короче, покупать. А я вообще буду себе игрушки покупать. Я на все деньги игрушки куплю. Вот сколько будет у меня? Капец, да, реально, спортивные машинки всякие можно будет взять. Так, Нубик, а что ты? Залезть сюда не можешь, да, получается? У тебя не получается? Так, ну ладно, так. Так, вот сюда. Опа, готово. Все, короче, слушайте, пойдемте попробуем вот здесь вот полазить. Смотрите, что мы тут построили. Просто аттракцион какой-то. Что интересно будет... Давай, прыгай. Что интересно будет, если до самого конца здесь добраться? Мне это просто безумно интересно. Короче, я попробую, Леска. Нубик, только смотрите аккуратней. Тут, конечно, бассейн снизу большущий находится, но все равно постарайтесь не упасть в самый низ, потому что мне кажется, это будет точно неприятно. Я пока вот это только и делаю, чтобы это просто, я не знаю, кругом голова идет, честно говоря. От такой высоты я кое-как у меня получается. А, нет, я на такой гигантской высоте споткнулся. Это просто, если бы вы только видели. Если бы вы только видели. Так, я должен добраться до туда, пока что я не проголодался. Потому что как только я проголодаюсь, снова придется где-то дедушке идти, чтобы он нам еду какую-то давал. Да. Да что ты делать будешь, я снова упал. Короче, слушай, ладно, если не получится, то не получится. Короче, я не знаю, у меня пока что не получается туда запрыгнуть. Я давай, Нубик, так. Давай, сейчас, как будет, так будет. Нубик, у тебя сзади что-то кто-то стоит, там что-то такое у тебя. Нет! Все, наконец-то я, короче, порцию новую взял у деда. Все, короче, теперь нет, меня точно никто не догонит. Такое, нет, у тебя не получится добраться, точно, теперь я... Не-не, я тебя толкать буду, короче, вниз. Да что, я упал? Так, как я так лучше вообще? Мне как я постоянно с этого легкого паркура падаю? Я не понимаю, честное слово. Так, что тут у нас что с нами не так? Это же паркур вообще легкий, прям. Почему так, мы падаем, я не понимаю. Что не так с этой планетой так, сегодня? Машина, я не понимаю, честное стоит. Слово. Как будто Качельки бы что-то против нас крепость, заговорили непонятное. Честное слово. Упал, не получается. Почему Йо, там можешь? Сколько еще прыгать? Нубик, так. Ну, спасибо за поддержку. Опа. Так, опа, здесь есть ты у нас... Так, надеюсь, а что будет у нас интересно в самом конце? Это просто так, слушай, а где он там, очень большущий что интерес. О, тебя еле так, видно что? Там, слышишь меня снизу? Эй. Что там впереди? Монстр? Ну, кроме тебя, там других не, монстров так нет. Извини, не но там больше никого я не наблюдаю, честно говоря. Так, чем выше тумане, я запрыгиваю, вообще, тебя не видно тем почти. Больше у меня начинают ничего. Трястись ноги.
А, я смотри, просто сейчас потел уже весь полностью, вам серьезно говорю. Не слышит. Так, и... сейчас в лепешку будет. Есть, тут огромное количество киндер-сюрпризов, я забрал. Давай, я делись. Я забрал все киндер-сюрпризы. Делись, давай, делись. Все, я вниз прыгаю. Давай, я вниз прыгаю. Полетели. На тебе, получай, у тебя не получилось запрыгнуть. Так, на тебе киндер-сюрпризы, антя в бассейне промокнут, будешь размокший шоколад какой-то есть там. Короче, Лес, иди сюда скорее. Так, сколько штук сюда, было? Так. Сколько штук было? На тебе, 27 штук, там много штук было. Ну, чата, давайте возвращайтесь, кушать пора. Вы то киндер-сюрпризы достали. Ух, капец, сегодня чё только у нас не было, я просто очень сильно устал. Короче, нам вроде там это дедушка сказал, короче, в магазин съездить, купить там продуктов всяких. Да, давай. Вот я помню, я лучше бы я маленьким, короче, реально остался. Помню, как лет 20 назад мы там бегали, купались, что-то из-за там дедушка что-то готовил. Я не знаю, я сейчас, наверное, за этим магазин приду. Я, наверное, никакие киндеры даже не куплю. Короче, сейчас до магазина доедем, конечно, посмотрим, что там вообще продается. Ну, я, честно говоря, последний раз киндеры тогда и ела, наверное, так, тем летом. Где у нас магазин? Слушайте, я уже, честно говоря, даже забывать начинаю. Я даже не помню, где у нас магазин вообще находится. Да вообще даже... Кажется, так, немножко изменилось. Здесь его нет, наверное, где-то там он. Я не помню. Сейчас, короче, по району прокатимся. Некоторых тут столько зданий было, построили. Я помню, мы маленькими тут катались. Тут такого количества зданий низкие вообще не было. Низкие домики были, да? Помните такие? Прям одноэтажные, двухэтажные. Да, стояли. Да, да, там одноэтажные здания сейчас всякие были. Этажек понастроили. Так, стоп, тут тоже магазины. А где же этот магазин тогда у нас пропал? Мне кажется, тот магазин закрылся. Сейчас по-любому что-то. Не, он точно не закрылся. Он точно не закрылся. Он непонятно ну где давай, просто если находится. Не найдем, мы просто в любом другом короче, зайдем, жители купим. с дороги. Короче, придется его как-то искать. Продукты, я не что знаю, там, как колбасы, его искать. Хлеба, о, вон, взять, вижу да? Он, все, я нашел его. Короче, вот он здесь стоит. Так, что, погнали? Так, тачку пока что здесь припаркуем. Так, ага, так, давай, встанем. Глуши, что тут машин-то мало. Все, погнали не в магаз. Побежали давай. Скорее, посмотрим, что у нас тут в магазине продается. Так, смотрите. О, сколько тут всяких штук прикольных, смотрите. Тут, короче, слушай, соки продаются. А о, смотрите, купим. Те самые киндер-сюрпризы, которые мы, помните, когда-то их ели там. Вообще не изменились, вот. Да? Киндер-сюрпризы такие же остались. Взять? В смысле? Ну их, ну это, в смысле, я не знаю. Вот я маленьким хотел, я их хотел. Сейчас я повзрослел, я их вообще давай деду не пирог хочу. Он какой-нибудь купим в кухне. Реально, он давайте любит. Лучше ягоды. Картошки, салатов возьмем. Какие вы что, пироги? Вы серьезно, что ли? Мы же это уже не дети давно вообще. Нет, ну деду-то купить надо, вы что, давайте гостиницу. Деду можно что-то взять. Короче, я курочки много чаю, деду давайте. Возьму. Так, да, себе я возьму хлебушка немного. Так, и можно взять картошечки всякой с мясцом, короче, тому подобное. Тогда я себе возьму. Так, вот так вот я возьму. И морковный сок возьму. Все. Так. Слушай, всё, я все заплатил, слушайте, короче. Я взяла пару пирогов вот таких вот черничных. Я думаю, мы точно с чаю попьем, с чаем. Ага, все, полетели всё, домой, погнали. Тогда поехали. Все, до свидания. Так, все, поехали домой. Так, я нам еще. Я по дороге покушаю, наверное. Так, ну я до дома доеду. Зачем по дороге-то есть? Ты давайте чего? Дома поедим все вместе. Я голодный с тобой. Так, все, давай, Шеди, о, поехали. Ну ты капец, конечно, я не знаю. Так, поехали, ладно, короче. Дотерплю. Я лучше, я дотерплю лучше, реально. Сейчас там поедим, там сядем за стол, там все тому подобное. Так, капец, конечно, уже. Я не понимаю, как дед постоянно на Жигуле своем ездит, честно говоря. Че ну, он на нем же. Ездит постоянно? Ну а че он 100 лет уже сколько там? Он не хочет ничего нового там покупать, вообще да. Капец какой-то, я не как знаю. Как он до сих пор Жигуль, да, у него так. Не развалился. Где наш дом? Так, вот наш дом так. Замечательный, все, давай, заезжаем давай, сюда во двор. Так, сейчас прям ой, во двор цветы сюда, наверное, такие заедем. Же растут, так, вот слушай, дед, Жигуль стоит, как так, всегда. Все, пока так оставим. Все, погнали. Так, все, побежали. Дед, все, мы купили, короче, все. Давай, выходи. Мы приехали. Так, рыболовные снасти там. Ой, ой что-то дождь еще пошел. Ё-моё, еще погода домой, дурацкая сейчас будет. Будет. Я терпеть просто не могу эти дожди. Капец, на этой детской площадке, помните, мы, наверное, лет 20 назад последний раз. Слушай, она такая старая, такая облубленная, вся, да, уже как-то. Не понял. Дед, что? Ты что с тобой? Что происходит? Что случилось? Леска, Лубик, давайте скорее скорую вызывайте. Ой, я что-то понять не могу. Мы с вами съели, не съели вообще все, что у нас на столе. Я ничего не вижу вообще, у меня тут шкаф-то нету. Да ты что говоришь? Да только поели. У тебя совсем, что ли, память ушла? Тебе нужен этот гель специальный. Что там это вот... Это на что? Тебя там ладошку подвернул... что-то там пятку вверх так, поднял, кстати, короче, вот и тому подобное. Короче, возьми, давайте давай. Поднимаемся, пойдемте на рыбалочку, скатаемся, так, пойдемте. Так мы
сейчас рассыпемся уже. Давайте, давайте. Так, где у меня эти тут удочки всякие? Помните, у нас это... Мы когда молодыми еще были... У нас тут да, дедушка в подвале, удочки всем, всякие, снасти, сети, короче, клал. Так, смотрите, короче, я сейчас удочку возьму, вы возьмите тут сети какие-нибудь, я приманочку да рыбки возьму, тут всякий хлебушек есть. О, главное нашу ласточку только бензином не забыть заправить. Так, так, давайте, все. Так, это что такое? Это приманка, сети взяли, да, нет. Сети взяли все. Да, я, по-моему, взял сейчас, надо проверить. Где там они? Взяли или нет, я не понял. Да нет, еще взял подожди, я говорю. Давайте уже погнали, вы старье. Так, давайте, где у нас тут этот жигуленок наш тут стоит? Так, вот он. Бензин, так, то взяли или нет? Канистры остались. Взяли, взяли, давайте садитесь в машину. Оф, ничего на не улице мы, куда ты шо, да совсем утупил, что ли? Не могу выйти, где выход из дома? Я сейчас один на рыбалку поеду уже, давайте быстрее. Какой один? Я же не дойду оттуда, у меня же спина не разогнется. Нубик, помолчи. Подожди. Наконец-то она вышла. Давай быстрее. Да какой быстрее? Раз, не могу два. Я. Все, давай, так сама доигралась, короче. Заменили. Поехали, да, Нубик. Да будем с тобой вдвоем, да, короче, да на рыбалку ехала, сидеть. Да? Ну ты идешь или нет? Ну что так там такое-то? Ёперный твой налево. Ну давай ты быстрее, тут сколько можно. Да посмотри, что делает, издевается надо мной. Я, ты знаешь, что мне коленку нам еще до речки доехать надо, пока что еще не дождик не пошел. Давай, газуй. Так, короче, в сторону. Ой, куда ты под колеса-то вы лезете? Да закрой ты рот свой, ты уже запарил ворчать, серьезно да тебе говорю. Да бегают, а куда ж вы с дороги-то? Давайте сейчас на пятую передачу туда едем. Помните, да у нас дедушка свое ну коронное вообще место? Коронное место, помните, на рыбалке он нам рассказывал, конечно, есть, помню, короче. Конечно, сейчас баба, вот сейчас мы с вами. О, а вот оно. Ох, на рыбалку мы едем, ты что, тупой, да, что вот ли, идет, совсем? Она. Давайте, выходите, короче. Опа, а леска-то леска где у нас? Леска-то уйдет потихонечку, идет леска. А, ну и пофигу. Давай, короче, это, удочки закидывай. А, стой, стой, а погоди. Надо сначала семечки накидать, чтобы прикормить рыбешечку, короче, вот так вот. Да, все, а готово. Давай, надо теперь. Ты что, совсем что ли? Нормально закидывайся и лови нормально, что за вопрос? Леск, ты где там? Да иду, я уже рядом вижу. Опа, вас, сеть у меня запуталась. Смотри, рыбешечку поймал. Что это? Что это? В общем, друзья, как-то так у нас сегодня получилось. У нас леска что-то выпала в машине, из машины вернее, ну... Как говорится, возраст этот, короче, все, что с ней сделал, получается, на сегодня. В общем, друзья, какой-то вот такой жизненный цикл у нас сегодня получился. Ну, на связи был Шадимен. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте. Увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока.